I just want to give it to you, take it to my mentor. Сказала Распевки старая бабка, что с мамой где крепко, а для Репки грядка. Взял лопату, сделал старую грядку. Бабка. Грядка в ком копает по душе, а поем трус. Ну-ка, детка, есть. Бабка, детка.
Репка грядку поливает, Пашка деду помогает. Носит воду внучка и собачка жучка. А за ней ведро несут кошечки мышки, от котов не отстают и наружки мышки. Thank you.
Thank you.
Ну-ка. Оботва на древкой сопке.
зря, ребята, мы в таранке, как говорит. Репку, Катя, говори. Погубить, как подарок. И красивая она, и, наверное, вкусная. Да такое поведение, просим вас, прощения. Вы нас не гоните, просто разрешите вам, кому, все вместе. Что ж, придется вас спросить. Даже. А теперь не отвлекайтесь за работу, принимайтесь. Thank you.
Итак, перед вами выступали заслуженные артисты в роли крота Филипп Козловский. В роли мышки Бека Брик. Еще у нас есть одна мышка, которая совершенно замечательно все делала и была совершенно хорошо готова, но стало очень страшно. Арина Ромашина. Обязательно. В роли кошечки Виктория Димитриева. В двух ролях внучка и крот Катя Селин. В роли кошечки Анна Гончарук. В роли собачки Кира Пригожин. В роли кошечки Алиса Лин. В роли бабушки Даниэла Мандруса. В двух ролях дед и крот Лука Маккинли. И в самой главной роли Ася Фельдман. Перед нами выступала самая младшая группа театра.